На личный прием к главе города пришла Светлана Шингалова. Женщина жалуется на неудовлетворительное состояние кровли, которое протекает, из-за чего в квартире появился грибок. На встречу пригласили представителя управляющей компании, который пообещал до конца октября найти решение и отремонтировать крышу. Некоторые жители, пришедшие на прием к главе, выражали недовольство работой своей управляющей компании. А жильцы 19-го дома по улице Краснодонская и вовсе остались без УК. Эта проблема также нашла предварительное решение. Помощь жителям окажут районные власти. Однако и сами жители должны быть настроены на конструктивный диалог с новой управляющей компанией. Какие работы первоочередные, какие не первоочередные, вы собственники помещений, вы сами это все решаете. Сейчас вы должны оказать содействие району выбрать управляющую компанию. С рядом вопросов об организации работы общественного транспорта, уборке территории и освещении пешеходной дорожки на 6-й просеке Самары обратился к главе города и Александр Лысенко. Присутствовавшие на приеме руководители департамента транспорта Сергей Маркин, департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин, департамента образования Илья Осипов и департамента градостроительства Сергей Шанов подтвердили, что все вопросы, озвученные Александром Лысенко, находятся в работе, о ходе которой своевременно информируют заявителя. Мэрил Чан, Николай Епифанов, события.